Пане Романе, якщо говорити про захист нашого неба, зараз згадаємо ще й про територію Росії. Суть в тому, що очільник Пентагону Ллойд Остін провів засідання комітету і сказав про наступне, що зараз активно ведуться перемовини з іншими країнами, які мають системи Patriot, аби передати їх Україні. Хоча ми з вами говорили, що і Сполучені Штати Америки мають немало таких комплексів. Ну, раз вопрос этот подняли уже в таком ключе, то, скорее всего, мы точно получим тот необходимый критический минимум, я бы так сказал, патриотов. Вопрос времени. Вот и понимая эту тему, что она будет закрыта, россияне пытаются использовать окно возможностей, пока, грубо, Патриот не закроет Одессу. Вот они пытаются использовать это окно, уничтожая там, допустим, или нанося удары, в том числе и по гражданским мирным объектам, по людям, особенно кассетникам. Это вообще был трэш российский недавно. То есть погибли люди, дети пострадали. Это вот работа кассетных боеприпасов по местам компактного нахождения гражданских в Одессе. Потому однозначно вопрос этот будет решен. Вопрос, еще раз повторюсь, времени и разворачивания этих комплексов. Скорее всего, первые комплексы будут заходить под разворачивание именно над миллионниками, над областными центрами. Это оптимальный вариант как раз и линия фронта с одной стороны, и с другой стороны помощь в работе той же авиации. Дело в том, что развернутый, допустим, в районе Харькова или в районе Одессы Патриот, он даст возможность работы зашедшим F-16 по этим направлениям. Это вот как раз почему есть смысл это делать сразу два в одном. И над Запорожьем, над Херсоном та же самая картина. То есть с одной стороны прикрывает 24/7 город, а с другой стороны этот же комплекс работает в паре с F-16 по завоеванию превосходства в воздухе на данном направлении. Пане Романе, хотів би також згадати я генсека НАТО Єнса Столтенберга, який напередодні з неофіційним візитом відвідав Київ. Він зізнався. Він сказав наступне, що, власне, довіра України до союзників у НАТО підірвана. На думку генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до НАТО впала. І це треба виправляти, і є час це ще виправити. Это одна из версий приезда Столтенберга к нам. Именно поддержать Украину, показать то, что НАТО в строю, после того, как 61 миллиард был проголосован, и сейчас НАТОвская площадка, кстати, начинает заниматься логистикой, перемещением и некоторыми моментами, связанными с вопросами, которые раньше решал Рамштайн. То есть сейчас это будет решать натовские структуры. Это для нас оптимальный вариант. То есть это как раз и именно натовским механизмом по переброске сил, средств. Это как раз их профессиональная стезя. Поэтому для нас это, конечно, большой плюс. И, скорее всего, как раз вот Столтенберг с этим и приезжал. Особенно если в ближайшее время, там, по полторы-две недели, ляжет Керченский мост, тогда будет понятно, что только эта задача была у Столтенберга — поддержать Украину в борьбе против России.